Всем привет! У нас 28 января. Вон снег только выпал. Второй день. Зимние температуры в минус. Ну так были 0. А так сейчас у нас маленько, скажем так, значительные температуры. Упали до минус 5. Упустил я проект. Не то что упустил, просто не было и желания, и как бы возможности снимать, продолжить этот проект. Ну, сейчас как бы покажу, что у нас поступил вопрос, и постараюсь на него ответить, что у нас нового по этому проекту произошло. Ну, снега нету, сами понимаете. Вон цепи повесили на наших куновских, и как бы достаточно. А этим полугусеничным ходом не занимались. Хотя, да, новости есть, и есть хорошие новости. То есть я по Авито все-таки нашел почти целый комплект. Так, вот он у нас. Давно он уже стоит. Мне в каких-то видео я уже его показывал, давал. То есть как бы это. Сейчас не буду полностью вскрывать, как бы он так нормально упакован, но вскрою и создам интригу, так называемую. Покажу все-таки, что в нем, что же мы купили. Итак, вот вскрываю. Какое. Обошелся он мне недешево, 30 тысяч примерно. То есть я его заказывал чуть ли не с Томской области. Человек ездил, мне помогал, забирал. Так что, ну вот, что в этом комплекте присутствует. Ну, практически все. То есть вот эти ленты. Вот пружины две с опорами. Вот растяжки, которые крепятся к самому трактору. Сюда идут, я так понимаю, пружины. Я тоже, так же как большинство из всех, то есть не сталкивался с ним, не видел. И этот, и вот сами балансиры большие. Балансиры, единственное, что там ступицы, колес нету. Единственное, что нам надо будет с колесами что-то решить. Ну, не что-то решить, их просто надо будет ступицы, подшипники, гайку и сделать. Вот они сами лежат. Так что сами видите, что проект движется, что большое количество с этого проекта уже куплено. Большое количество запчастей. То есть вот он почти полный. Ну, нету погоды, и из-за этого не ставим его и не занимаемся им. Так что вот так. Ну, ждите. И как и мы будем ждать погоды, и надеюсь, что займемся. Ну, все.